Залив твой рощи.
بروشي Спасибо. А теперь вот такая песня. Скоро весна. Сколько до весны осталось дней? Кто точно скажет? Три. Так, одна версия. Наверное. Раз, два, три. Уже весна. Вот, так уже весна. Вот это вот мне понравилось больше всего. Главное, чтобы весна была внутри. А сколько на календаре, не суть важно. А где весна, там и лето. Сообщили, да? Прекрасно. Сойдемся на четырех днях и на том, что она внутри. Вот. А где весна, там и лето, а где лето, там и Иван Чай. И песня называется «Иван по фамилии Чай». Он верил в тепло. И вот он дождался великой весны и бегал пару от сосны до сосны. Дождался, грудь ей отлегло. Иван по фамилии Чай, Иван по фамилии Чай, под солнцем апрельским лежит, расцветая поля. Песня, в общем-то, тоже про птицу следующая. Вот, называется песня «Я – душа». Она родилась спонтанно, совершенно внезапно, как это бывает. И там такой текст, что можно сочинять его вместе. Главное, чтобы была рифма на «душа». Если у кого-то родится строчка, смело вставляйте прямо ее вот в музыку. Там будет понятно где. Thank you.
душа. Я душа. Я душа. Я душа.
Спасибо. Вот такой у нас получился творческий эксперимент. Василий Портов. Спасибо.